Привет, я Макс. Samsung когда-то решили создать мобильную ОС. Так вот, кто-то о ней сегодня слышал? Я думаю, не так много людей. Потому что никому она не нужна уже давно. Есть Google, зачем нам какой-то Тизен? В общем, славы данная система не сыскала. Что у поклонников, что у разработчиков ПО. Хотя Samsung создали множество смартфонов и умных гаджетов на данной системе. В общем, в итоге из нескольких десятков заинтересованных компаний в этой системе, кто входил в состав Teasing Association, осталось всего 4 компании. И то это компании, которые входят в состав директоров. Проект считает, что закрыт. Будет ли развиваться или нет, да как-то все равно. Apple создала предприятие, Apple Energy. Задача будет входить продавать электроэнергию, вырабатываемую солнечными электростанциями. Они были построены в Калифорнии и Неваде для своих целей. В данный момент эти электростанции покрывают 93% потребностей Apple, то есть излишков незаметно. Но как видимо они будут увеличивать количество солнечных электростанций. Это связано с тем, что Apple собирается создать сеть заправочных станций для электромобилей. В документах, поданными на Apple Energy в регулирующие органы, указано, что Apple Energy будет продавать электричество напрямую индивидуальным потребителям. И получается из этого всего, что Apple Energy это и будет сеть заправок, которая как бы и будет продавать потребителю напрямую электричество. Да и еще Apple планирует обновить флагманские ноутбуки. И сообщили о том, что будет какая-то сенсорная полоса на клавиатуре вместо верхнего ряда функциональных кнопок. Ну пока ничего не показали. Вот дизайнер Мартин Хайк решил предположить, как будет выглядеть новый ноутбук от Apple. Решил, что это будет сенсорный экран, который будет многофункционален. Это конечно круто, но ну, посмотрим, что покажет на самом деле Apple. И вообще, возможно, это всего лишь разработка. На этом все. Спасибо за просмотр. Жмите лайк, подписывайтесь и будьте в курсе всего нового. Удачи и пока.